Алло, das ist ein schlechtes Mikrofon. Я правильно сказал? Ну, почти, да. Ну, я почти правильно сказал. Это Джей, тут рядом Понка. В общем, продолжаем играть. У меня задание на Паладоса, 20 карт Паладоса. Я, естественно, сделал какого-то Паладоса, я не знаю какого. Вот, ну, на токенах. Экологичного Паладоса? Я говорю, логика логичная. Логика логичная. Ну, конечно, это же логика, быть нелогично. Ну, экологический Паладос было бы лучше. Во имя света, не бросай на улице мусор. И молотом жбань. И молотом тебе в голову. Ты понял? В общем, будем тестить. Я не знаю, посмотрим. Против нас Локонома. Чё мне опять? Твоя душа будет моей. Я буду сражаться с счастьем. Пэм, пэм, пэм. Никогда не играл за Паладин. Никогда не играл за Паладин? Ну, что-то там игр 5 каких-нибудь. Ага. Не, ну побольше. Все умрут. Я сразу всем героев, когда только начинала играть, я всех до 15 уровня прокачала, а потом... Свет меркнет, но мы будем... И при составлении колоду для таких дебилов, как я, когда берешь баку, игра предлагает вырубить карты с нечетной стоимостью. Меня прямо это порадовало. Что приказание? Потому что в твоем случае это да, это нужно. Ну, блин. Вот так вот тогда получилось как-то. Блин, у меня был Громаш, я хотел Громаша. Папку использовать. Удивлялся, да, потом удивлялся, почему не работает, а почему ты проиграл. Ну, да, тогда у меня интеллект плохо сработал. Ну, ничего нового. Ну, все ж прояснилось, все уточнилось. А если в вольном играть, то там твоя есть еще опять это призвать 5 плодов. И тут ты такой лобыч. Что приказание? Что приказание? Еще раз. Сразу что-то зазевалось так. Ой, не-не-не, все, я не буду спать, не надо меня отверткой в бочину тыкать. Вот. Пык. Жёлтый крот. Что приказание? Ваши существа получаются в этом как. Что приказание? Тихоник. Ништяк, да? Имя справедливости. Мне тоже нравится, я сам не ожидал. Сейчас смотри, он свою ауешку делает и такой все. И на этом наши полномочия все. Хамиш. Или вот так он делает. Хамиш 666. Как это читается? Охрен его. Охрен его. Я тебе что, словарь хозяин? Текст тебе перевести. Как это читается? Ну блин, ты же знаешь. Что приказали?
имя справедливости. Друг на друга обиделись. Мы давно не виделись. Почти. Ты ушел за сигаретами и пропал на 20 лет. Да-да-да. Это было в Симпсонах. Я не смотрю такую ерунду. Кто хотел увидеть? Все, что ты не знаешь, все, что ты не придумаешь, все было в Симпсонах. Чем ответит нам команда Пепси? Я у Ешки его жду. Ничтожный судья. Нехороший ты человек. Хорошие люди за черной книжником. Во имя справедливости. Они страшные. Да они вообще пиздец. Во имя справедливости. Асты. Что приказание? Отлично. Да, ну ладно. Паладос прям что-то пошёл. Зашёл. Не разнесу. Так, всем спасибо за просмотр. Мы попробовали только с Паладосом. Бухер. Я вчера не вскрыл его, потому что у нас вылетело. А теперь можно купить бустер и позырить. А какие тут комплекты? Древние комплекты. Ну не, да, последние дополнения. Хотя мне их тех не хватает. Ну сейчас легендарки не будет, я не знаю. Блин, ты так ничего. Бонни. Так обидно. Там столько хороших карт было. А чё ты тот аккаунт не установил? Потому что. Ну таких у меня много. Пыль. Репликанта. О, какой гоблин. Безумный шляпник. Бросает шляпы трем другим случайным существам. А, прикольно. То есть он и своих, и чужих будет баф. Ну, короче, все пыль. 40 пыли. Ну вот и все. Не болеть, не кашлять. Всем пока, до новых встреч.